Всем привет! Продолжаем рассматривать предметы искусства, картины, скульптуры. Нерасимха, около 1200 года, песчаник, высота 89. Нерасимха – одна из аватар воплощений верховного индуистского бога Вишну. Чаще всего он изображается как человек с головой льва, и само имя Нерасимха переводится как «человек-лев». Согласно мифу, Вишну принял этот образ, чтобы защитить преданное ему Прохладу от преследования его свирепого отца Хираньякашипу. Сложное название. Тот был ярым противником поклонения великому индуистскому богу, поскольку он убил в схватке его брата Хираньякшу. По особому благословению бога-творца Брахмы Хираньякашипу не смог быть убит ни одним из сотворенных существ, будь то бог, человек, зверь или демон. Он не мог быть сражен ни одним оружием, смерть не могла настигнуть его ни дома, ни на улице, ни на земле, ни в воздухе, ни днем и ни ночью. Однако Вишну удалось обойти кажущую непреодолимую защиту в образе Нерасимхи. В этом образе ни бог в полной мере, ни человек, ни зверь настиг он Хираньякашипу в колонном портике, который не является ни домом, ни улицей. И это было в сумерках, в промежутке между днем и ночью. Божественное существо разорвало врага собственными когтями, которые не считаются оружием, положив его к себе на колени, чтобы преодолеть невозможность убийства на земле или в воздухе. Скульптор изобразил Нерасимху в медитативной позе, восстанавливающем силы после деяния. На его коленях сидит верный Прохлада, а в поднятых руках он держит атрибуты Вишну, раковину и огненное колесо, чакру. Ну, такое описание к работе Нерасимха, около 1200 года, песчаник, высота 89, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Thank you.